У меня некрасивая вагина? Да, нормальная. Нормальная? Некрасивая, значит. Красивая. Даш. Ты же сказала нормальная. Что ты подумал, когда первый раз увидел? Я подумал, вау, сейчас секс будет. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Я вас всех очень рад приветствовать на нашем таком интересном канале. Да, не, я понимаю, там, когда начну там полощить мозги, там мозг тебе чайной ложкой выедать в том плане, что там я красивая, там я толстая, не толстая, там какие у меня волосы. Но задавать вопросы по поводу вагины уже, ребята, это ж просто умиление, да? А где вообще вот красота, ну, этот критерий вагины, вагина красования вот этого всего? Где критерии красоты вагины? Скажите мне, там черноватая, зеленоватая, там красноватая, какая она должна быть, какого размера, какие губы должны быть, там висящая, не висящая, где это все указано? Допустим, там же есть у женщины критерии, там блондинка, брюнетка, там, допустим, там симпатично, там, с конопушками. Ну, в общем, поняли, да, как бы. А где здесь критерии? Ну, женщины на канале, просветите нас, пожалуйста.